Рай находится под ногами матерей. В Уштабинской мечети провели День матери. Цветы, теплые слова и даже омовение ног устроили самым главным женщинам в своей жизни сыновья. Подробнее в сюжете. В минувшие выходные в поселке Уштубе в мечети проходило необычное мероприятие. Главными в этот день здесь были женщины, а вернее мамы. Сыновья, не дожидаясь дня рождения или Международного женского дня, преподносили своим мамам цветы. Здесь присутствуют спортсмены, деятели культуры Караганды. Мы поставили цель, чтобы вот эти люди, которые вот смотрят на них молодежь, берут из них пример, они будут показывать пример уважения к матери. Молодые мужчины своим примером показали всем остальным, как можно и нужно относиться к своим мамам, понимать о важности почтительного отношения. В исламе особо почитаются родители, большое внимание уделяется матерям. Об этом говорится в Коране. Мужчинам предстояло делать шаги навстречу к мамам и произносить при этом теплые слова. Было трудно подобрать множество эпитетов, но сыновья справились. В этот день матери дождались символичный стакан воды. Только она была непростая, а с колодца в Мекке священная Замзам. Ну и, конечно, не должно быть постыдным омыть родной матери ноги. В Священном Писании говорится, что рай у ног матери, а врата рая открыты для тех, кто ценит и уважает матерей. В завершении мероприятия самые активные сыновья получили символические призы. Матери, они достойны всякого уважения, и мы должны уважать матерей не только один раз в день, например, 8 марта, да, но каждый день, то есть... Начиная вот с начала года и до конца года, то есть всю жизнь мы должны уважать своих матерей. Ирина Вабищевич, Рустам Бараев, Жасулан Танкишев, 5 канал.